Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем легче с ним будет справиться. Поэтому важно диагностировать злокачественный недуг вовремя. Об этом напоминают специалисты. В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства состоялся круглый стол, в ходе которого были затронуты разные темы. В частности, говорили о том, как меняется ситуация с онкозаболеваемостью в Самарском регионе, и является ли рак приговором, или это диагноз, который можно излечить. По статистике, уровень заболеваемости в регионе остается высоким, но есть тенденция снижения смертности от рака. Существует и свидетельство увеличения продолжительности жизни пациентов с онкопатологиями. К сожалению, не все обращаются за помощью заблаговременно. Несмотря на всю сложность, по итогам 2021 года уровень раннего выявления онкопатологии по региону составил 61,3%. Это выше, чем средний российский показатель. Тем не менее, я еще раз говорю, хочу напомнить, что не стоит нам расслабляться. Все-таки пациентам стоит обращаться к врачам на, так скажем, на тех вариантах, на тех возможностях, когда еще необходимо начать своевременную диагностику. Несмотря на сложную эпидобстановку, в регионе в штатном режиме продолжают работать все медицинские учреждения по профилю онкологии. Выявление заболевания возможно на ранней стадии при проведении скрининговых исследований, которые доступны любому жителю области по полису ОМС. Алгоритм действия прост, но знать его нужно каждому. У пациента в поликлинике, когда он обратился в свою поликлинику на прием к врачу, заподозрено какой-то опухолевый процесс. Пациент в рамках ОМС по направлению из поликлиники от любого специалиста поликлиники, терапевта, хирурга, гинеколога, районного онколога, получает направление в Центр амбулаторной онкологической помощи, где ему уже назначается весь спектр необходимых уточняющих методов диагностики. Но лучше предотвратить, чем лечить. Специалисты напоминают, что важно заботиться и об образе жизни. Банальный режим дня, физическая активность, правильное питание, отказ от вредных привычек. Все это способно минимизировать риск возникновения рака. Всеволод Кокарев, Дмитрий Калмыков, Новости губернии.